Все готово к началу матча в Ледовом дворце спорта ЦСКА. Отличная передача на Михайлова. И сразу с одного паса возник голевой момент у ворот гостей. Страховывал. Вот мы видим, как активно в зоне соперника четвертая тройка армейцев действует. Стараясь. Вот и успех и вот приносит. Да. Дмитрий Моня, Саюстов. Ну, вот бросок хороший не получился. Ой, упустили как. Контратака. И быстрая атака армейцев втроем против двоих в итоге. Марек, да, Марек на себя взял ответственность за реализацию этого момента, но выручил Роберт Эш. Контроль за шайбу. Вот сейчас. Корнеев, Рылов бросает. Эш шайбу отбил. Уж тебя добить не получилось. Вот сейчас у армейцев куда пойдет передача? Да, ух ты, команду. Как Роберт Эш выручает свою команду. Возвращаемся на лед. Повтор. Опаснейшего момента. Наверное, это самый опасный момент в матче. Так вот, исходя из того, что действительно могло бы стать голом, вот это могло и практически должно было стать голом, если бы не блестяще сыгравший Роберт Эш. Он в команде больше не играет. Причем с любопытной формулировкой в белорусской прессе о том, что скорее по инициативе хоккеиста. В начале сезона, ну, и все армейцы, вся команда не блистала. А здесь на пересменке, поймали на пересменке армейцы своего соперника. Возвращение которого в состав прогнозировал Марек Сикора, который сказал, мы ждем его, и он, скорее всего, вернется в выездном. Не выходит шайба из зоны минчан. И сейчас арбитр сыграл за армейцев, перехватил передачу, а здесь уже Эш выручает. Отличный момент был у Будюкова. Зубов ждет передачи, получает ее. Козлов выскакивает, пятый игрок у «Динамо». В этот момент опасная ситуация. Ах, здорово, Илья Зубов прекрасно сыграл. Прекрасно сыграл Илья. Перехитрил Зубов. Он сейчас Роберта Эша, а у Эша есть что сказать. Эш не может успокоиться. Он свои претензии, я думаю, адресует как раз Пронину, который... Ну, он адресует претензии арбитру, да, но жалуется на Пронина, на действия Пронина. Давайте посмотрим. Николай Пронин, он, мы знаем, на пятачке умеет создать помехи. Но посмотрим при повторе, насколько это было в пределах правил. А что? Что он? Я не видел ничего. Клюшкой, может быть, он там... Вот, давайте смотреть за клюшкой Пронина. Ну, сблокирована была его клюшка. Так, сейчас здесь. Вот сейчас смотрим внимательно за Эшем и за Прониным. Ничего я не видел в действиях Пронина. Вы видели, Александр? Я имею в виду противозаконного. Противозаконного-то точно нет, Олег. Для того, чтобы... Уже нет такой возможности, но, в общем, что мы и предполагали. Вот с острого угла здесь, с нулевого, пытаются запихнуть шайбу, видите? Но не вот заставляют. Вот момент был, я теперь понял, о чем речь. Момент был еще, когда Зубов двигался шайбой. Тогда Эшу досталось по шлему. И причем досталось по шлему, я так понимаю, от собственного игрока. Сказать на Будюкова будет соврать. Но Будюков в итоге шайбу получил. Курбатов, Михайлов, опасно. Опасно, подставленная клюшка минского защитника. Динамо. Да, он добился главного не только в том, что положение вне игры, но и в том, что его не удалили. Это, я думаю, не менее важно. Конечно. В этой ситуации. Динамовцев. Опять Марек с шайбой. Подождал партнер. Вторым темпом. Здесь Паршин армейцы, выходит, Паршин шайба. Не распорядился. И здесь контратака классная может получиться у динамовцев. Опаснейший момент. Гайдученко надежно закрывает. Везло просто Эшу, что она не в ворота прошла, а рядом со штангой. Отличный момент. Спиридонов. Какой гол! Уделять внимание надежности в обороне. И вот... То ли другого. Подхрацки. И бросок в верхний угол. Я думаю, что это помешало даже среагировать ловушкой на бросок. Ой. Мне кажется, что давненько Стефалики Тхрацки 1-3. И все та же 45-я минута. Константин Глазычев 1-4 для армейцев. 9-я минута. Отобрали шайбу армейцы. Ну, затянул Марек явно. Выполняет. Заброшенные шайбы возможности не реализуют. Да, согласен. Момент отличный был. Штопель! О! Какой момент у Спиридонова! Что они делают?
Зубов, Рылов. Козлов снова к Зубову приходит шайба, передача его. Да, да, и Витязь дома, безусловно. Ну, здесь что Витязь-то, я с вами согласен, да, хотя мы видим с приходом Назарова преображение. Гол! Свою шайбу капитан армейцев сегодня забросил. Записывали на его счет шайбу, заброшенную Зубовым, но он забросил свою в итоге за 47 секунд до окончания. Больше... третьего периода и матч. Больше всего расстроен этой шайбой Роберт Тэш. Подбор дела на статистику вратарю. Хотя, конечно, на итоговый результат в этом матче она повлиять уже не может. Вот. Ну, так мы договорим о том, что насчет Витязя я с вами соглашусь, да? Здесь вот еще Подхратский не очень удачно действовал. А вот насчет Атланта, который на своем поле...